Ребятушки, всем привет, вы на канале Пиратский путеводитель. Мы отдохнули после пляжа, погуляли, кажется, помылись. Вот, и сейчас идем с вами на массаж. Потому что массаж в Таиланде нужно по возможности делать каждый день. А мы вам в прошлых выпусках, показывали, где можно сделать очень хороший, качественный и совершенно недорогой массаж на Пхукете, на Патонге. Вот, так что пойдемте туда еще раз. Ну а попозже мы с вами пойдем в безлимитный буфет, где будет очень много мяса, стейков, пива, ну и прочего-прочего вкусного. Так что будет сегодня в выпуске ваша любимая рубрика «Пойдем пожрем». Ну а пока мы с вами идем на массаж. Ребятки, знаете, вот такое замечание. Вот мы сейчас пришли дорогу, чтобы идти по тенечку, да? Вот, смотрите, а по той стороне практически никого нету. Так что солнце здесь очень злое, хотя у нас сейчас на часах около 3 часов, но солнце прям такое очень прям печет. Так что старайтесь по тенечку. А то обгорите за 5 минут. Ребятки, а мы сейчас зашли в Family Mart, хотим разменять денежку. Вот, и заодно посмотреть крем. Для лица вообще мне нужен крем, потому что все носы, вот видите, обгорают ужасно. Чего? От отбеливающий нам такой не нужен. Нужен просто крем. Вот, для лица желательно. Вот такой крем. Это масляный. 50? Это сан. 419. Крем. Это 30-ка стоит. Вот этот вот. Да, нет, такой. А это сколько? Нам нужен другой крем. Так, что-то не вижу. Ладно, пойдем водички возьмем, потом посмотрим. Вот. О, смотрите, какой кальмар. Фига себе. Это кальмар, походу, да? Какой здоровый. А нет, это бананы, походу, да? По-моему, бананы, что ли. Что это такое? Не знаю, что это такое. Красиво. Какая-то рыбка, типа анчоусов со всякими травками. Что тут еще увидел? Нюхачки. Нюхачки, да, всякие вон. Травки там подышать и прочее. Маски еще, да, наверное, маски. Вот. Ну, полный обзор 7-Eleven Family Mart у меня уже есть на канале. Вот у нас. Но, правда, мы делали его в Паттайе. Я думаю, в принципе, цены не особо должны отличаться. Вот. В Паттайе на Пхукете. Ну, вот сравнивайте, в принципе. Что, о, кстати, вот эти вот дринки очень вкусные. Они как коллагеновые, что ли, идут. Я вот такой вот возьму, очень вкусный. Сейчас за 20 бат мы попьем. Он с алоэ и с личи. И внутри у него, как знаете, такие вкусненькие там, мякоть. А ты что возьмешь? Алкашка. Не, алкашку нам не надо, мы ее практически сейчас не пьем. Вот. Вот, тоже всякие вот. Кстати, вот это вот все, это снеки. Это не просто водоросли, а это снеки. Очень вкусные, под пиво прям в самый раз. Да. Вон, видите, любимый звук. Ой, это прям пока кайфушечки. Мои кайфушечки. Какие-то штучки всякие разные. Знаете, вот у нас отель без завтраков, и мы периодически берем какую-то вот вкусную еду в 7-Eleven и Family Mart. И очень классно. А что такой большой взял? Ты не лопнись, дитятька. 0,75. Да. Вот, и мы периодически просто берем какую-то еду. Очень вкусно получается, экономно. Ребята, а вот здесь вот улица с самым дешевым массажем на всем Патонге. Он здесь стоит любой 150 бат. Это даже дешевле, чем в Паттайе. Так что точку я оставляла уже в наших предыдущих Можно видео. Приходите сюда обязательно. И делают очень классно. Вот, пойдем к девчонкам делать массаж. Кайфушечка на целый час начинается. Обязательно ходите на массаж, это того стоит. Ребята, массаж — это кайф. Так, сейчас расслабили просто, прям кайфушечка прям вообще. Знаете, и причем у них даже какие-то специальные масла там туда-сюда, то есть такие ароматы, то есть вонючки, да. То есть они нажимают на определенные точки. Но, знаете, необычно было, когда она меня вот так взяла и вот раз резко голову, у меня прям хруст такой, да. Я прям напугалась. Но все суставчики, все пальчики, все-все-все-все проминают прям просто по кайфу. Обязательно приходите в этот салон, не пожалеете, ребят.
Здесь не только хорошо делают массаж, но и очень дешево. Вот такие дела. А мы сейчас идем дальше. А тот буфет, в который мы идем, он находится буквально в начале потока. Вот, как ехать с Корона. Вот. Доходите до рынка Банзан и поворачиваете налево. Вот, и нам сейчас по этой улице идти вот прямо. Туда. Видите, тут полно всякой еды уличной. Тихо. Тихо. Да. Переходя через дорогу, будьте осторожны, потому что везде ездят на байках, вот, на машинах. Не всегда могут пропустить. Вот смотрите, видите, вот здесь вот нет разметки, да? И смотрите, сколько байков стоит, да? Просто, блин, негде упасть яблоку. Вот. Куча всякой одежды, людей, макашниц. Смотрите, как Абаман загорел. Ноги, половинка загорелая, половинка не загорелая. Вот так вот. О, ребят, смотрите, видите, здесь также можно снять байк для аренды. Ренты, да? Вот, пожалуйста, видите? Куча всяких выбирайте. Вот. Вот такие. Вау, смотрите, какие здоровые, да? Honda. Вау. Вот, смотрите, дошли до перекрестка. И нужно идти туда. Направо. Где-то около километра. Например, дуриан 120 бат. В принципе, это недорого. В Паттайе тоже он. Примерно в такой же цене. Но это фактически третья береговая. То есть это далеко. Более центрально, там, конечно, дороже. Вот здесь все не для людей. Потому что, ну, негде идти. Нет бордюров. Везде, считай, одна дорога. Идешь практически на свой страх и риск. Вот, турист, конечно, и вообще человек здесь никто. Что, смотрите, вот здесь вот единственный кусочек. И все. А все остальное ты идешь практически по дороге. Вас объезжают тук-туки. Объезжают мотоциклисты, и все. Кстати, ребят, насчет курса и вообще, что делать с деньгами. Еще раз повторюсь. Здесь очень много обменников, но как в Паттайе, здесь нету какого-то усредненного, нормального обменника, как типа, вот знаете, желтый ТТ-обменник в Паттайе, да? Вот, здесь они как бы практически все разные, и каждый сам устанавливает свой курс. Вот, мы сделали проще. Мы просто взяли и сняли деньги в банкомате. Вот, заплатили 220 бат комиссии, но курс был достаточно хороший. Мы не искали, раз, не тратили свое время, два. Вот, не искали в России, где купить доллары и прочее. Вот, так что, ребят, берегите в первую очередь свое время, потому что время невосполнимо. Деньги можно заработать. А вот время, которое вы потратите, и нервы в поиске, вы никогда не вернете. Ребята, вот мы и пришли. Называется Don's Barbecue Bar. Только почему-то пока здесь еще нет народа. Мы пришли к самому началу. Сейчас все начнется. Фактически сейчас где-то около 5:30 вечера. И вот барбекюшник мне сказал, что он сейчас это дело все начнет делать. Вот. Так что, ребятки, точку я, как всегда, оставляю на нашей карте. С меня точки, с вас лайки. Так что не забывайте. Сейчас пойдем все смотреть. Смотрите, здесь, например, сок 60 бат стоит. Напитки здесь оплачиваются все отдельно. Сок 60, шейк 80, обычный прохладительный напиток 50 бат. Бир, пиво 70 бат, получается, маленькая бутылочка, Лео Тайгер и так далее. А, вот, спай, видите, вот написано все. Сейчас начну все это жарить. Это все вот сюда входит. Да. Вообще, по субботам и воскресеньям это место работает как буфет, безлимитный. Но в обычные дни, да, в обычные дни здесь просто обычный ресторан. Вот, и будьте осторожны, что если вы не съедите, то как бы вы будете платить. Да. Так что рассчитывайте свои силы заранее. Вот, сейчас мы возьмем что-нибудь попить. Данное заведение работает как буфет с 18 часов вечера. Вот, мы пришли раньше, да, и работают они до полуночи. У вас есть возможность безлимитно здесь сидеть с 6 до 12. Но мы пришли раньше, мы думали, обычно, как все в Паттайе заведения открываются около 5, а
А здесь вот, соответственно, немножко попозже. Да. Мы сейчас заказали себе напитки и вот будем ждать. Самое главное. Наши. Напитки оплачиваются отдельно. Да. Любые. Да, будь счет... то вода, это пиво и так далее, и так далее. Но счет. Но счет приносит вам в конце, так что рассчитывайте свои деньги и силы. Так заранее, да. Да. Особенно по еде. Если что-то останется, придется за обед платить больше. Вообще вход в это заведение стоит 299 бат на человека. Напитки оплачиваются отдельно. Ребенок до 70 сантиметров бесплатно, свыше 199 до 120 сантиметров. И если ребенок уже больше 120 сантиметров, он идет за полную стоимость 299 бат. Да. Да. Так что если у вас совсем маленький, до 70 сантиметров, ну, грудничок там 1-2 годика, то бесплатно. Вот, ну, соответственно, вот уже повзрослее детки, они уже подороже. Ну, и если у вас уже взрослые дети, подростки, ну, они как бы по полной стоимости. Блин, вообще, именно по росту. Он, ему может быть и 15 лет, но если он меньше 70, то бесплатно. Мне, кстати, если интересно, больше... если ты взрослый человек, ну, ты карлик. Уж извините. За 190. Да, 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 да. Вот, мы, смотрите, взяли уже шейки. Вот арбузный шейк, апельсиновый шейк. И нам в такой стаканчик будут складывать чеки. За видите? Напитки. Да, за напитки, вообще все, что мы будем заказывать. То есть, фактически, мы сейчас должны за буфет 598. И два напитка у нас по 160, ну, в смысле, по 60 бат, точнее, по 80, итого 160. Кстати, ребят, здесь не нужно готовить, вы только здесь приходите и кушаете. Но что вам все рассказывать? Пойдемте скорее смотреть. Смотрите, у нас здесь есть какая-то вот лапша для тех, кто любит что-то вот с лапшой, проростки, куча зелени, ребята, есть огурчики. Я так понимаю, какой-то можно салат делать. Здесь вот, смотрите, какой-то вот рыбный суп. Смотрите, тушеная рыба. Смотрите, какая красота. Тушеная рыбка. С, походу, с нутом, с горохом. Дальше здесь тоже сейчас скоро что-то будет. Здесь у нас, смотрите, еще жареный рис с яйцом. Вот такой вот у меня уже текут слюни. Здесь у нас, смотрите, том-ям, ребята, с крабами, с креветками. Смотрите, какие здоровые креветки. Это у нас том-ям. Вот, можете уже кушать. Вот, у нас здесь еще кальмарчики, смотрите. Вот, дальше, сверху у нас вот такие вот бутербродики. Это с яйцом и тунцом. Вот. Дальше, у нас здесь курица с картошкой. Смотрите, такая вот тушеная курочка. Вот, кексы там принесли. Вот такие банановые кексы. Вот, смотрите. Дальше. У нас здесь тушеные овощи есть. Дальше тоже что-то с морепродуктами. Это у нас, я так понимаю, кукурузка, овощи, кальмары. Это кальмары. Дальше у нас есть Dragon Fruit. Вот такая вот тарелка. У нас здесь есть мухи. Ну, мухи не без этого. У нас здесь есть еще дыня. Это, я так поняла, болоньезе для спагетти. Сейчас спагетти еще поднесут. Здесь также есть, смотрите, брускеты с помидоркой, с чесноком. Вот такие вот хорошие, красивые, вкусные. Дальше. Здесь есть желтый арбуз. Кто никогда не пробовал, можете попробовать желтый арбуз. Красный арбуз. Есть также папайя, которая помогает для пищеварения. Есть яблоки, знаете? А в Таиланде вообще яблоки очень дорогие, так что это большой плюс. Есть вот такие вот чесночный хлебушек. Есть пюре, картошечка. Вот это, наверное, тоже какой-то фрукт. Дальше, смотрите, вот такая картошка, я так поняла, что-то жареное с лучком. Картошка дальше в соусе каком-то, это может быть салат вообще картофельный. Дальше, и есть гуава. Дальше. Также здесь вот куча разных соусов. И, как я поняла, здесь есть еще мороженое. Да, ребята, здесь есть даже мороженое. А вот здесь вот вы можете себе сделать салат. Любой салат, какой захотите. Здесь у нас картофель отварной,
какие-то, не знаю, вот тоже какая-то местная, не знаю, что это такое. Дальше фасоль, огурцы, помидоры, такие огурцы, салатик, капуста, капуста красная, редиска. Дальше вот травка, зеленушка, китайская капуста, лук красный, морковка, перец, желтый, красный, зеленый. Помидорки черри, уже замаринованные помидоры, смотрите, изюм, не знаю, зачем он тут, любимая моя руккола, смотрите, какая красота, да, ребятки, куча-куча салатов, а вот здесь вот уже жарят самое главное блюдо, стейки, ребята, смотрите, какая красота, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, просто огонь, огонь, вот. Стейки, шашлыки, сосиски. Вот так вот. Смотрите. Все с пыла, с жару. Вы подходите и берете, сколько вы захотите, сколько вы сможете съесть. Красота. Очень плохо. Также здесь, смотрите, здесь есть ребра. Свиные ребра. Ну-ка, пошли поближе. Вообще красота. Чувствую, сейчас мы чего-то сильно-сильно наедимся. О-о-о. А Вован тут начал уже поглощать мясо, да, Вован? Ну чё, как? Давай, вгрызайся в него. Нормально. А чё ты редисочку-то кушаешь? Давай мясо ешь. Надо овощи сначала съесть. Да-да-да-да-да. Типа, да, ты по-правильному? Да. С овощей начинает, да? Чтобы больше не дозвать. Смотрите, какой стейк у Вована. Классный. Вау. Это не стейк. Окей, да. Я не знаю, съест он его, не съест, но стейк огонь. Такой с кровью, да? Сочный, мощный. Это лопаточка. Лопаточка? А я себе взяла том-яма. Ихнего попробовать, потому что обычно он здесь очень насыщенный. Вот, в таких вот заведениях. Взяла себе курочку, взяла брускетту и взяла вот картошечки попробовать. Вован тут уже грызет стейк. Ну-ка, как ты его грызешь? Стейк. Лопатку. Вкусно, мягкое? Да. Мягкое. Смотрите, принесла ему вилку, потому что как-то он некультурно ест. Чтобы все культурно было, да? Наслаждайся. Кстати, ребята, не забыли, это ваша любимая рубрика «Пойдем пожрем». Так что не забывайте ставить лайки за такие места. Съешь уже кусочек? Ну, ешь уже давай. Народ ждет. Каждый. И... Ну как? Мягкая? Мягкая? Ну, приятного тебе, Вован, аппетита. И мне приятного. А я сейчас попробую том-ямчика. О, кстати, очень такой насыщенный, вкусный, остренький. Кальмарчика. Рака, да. За вас. Вкусно. Суп, кстати, очень насыщенный. А. Здесь грибочки. Видите? Не могу подцепить. Большие здесь. Да. Вкуснота. Так, ну и картошечка. Здесь такая пюрешечка. Пюрешка так себе. Она у них, как я поняла, порошковая. Не стоит. Ну-ка, вот такая. Такая получше. Так, вот и салат картофельный. Так вкусный салат с майонезиком.
Так, брускеточка с помидоркой, сыром. Хрустящая. Сверху сыр пармезан, чесночок. Но он тут мясо препарирует. Вкусно? Ну, мама у нас любитель мяса. А мне очень нравятся такие закуски. Вкуснота. Приятного аппетита, если кушаете вместе с нами. Смотрите, он сгрызается в эту кость и просто не может остановиться. Вкусно. Злой человек, Вова. Там много мяса, но ты, блин, грызешь эту кость. Аж пальцы. А ты руки мыл? Да. Мыл. Молодец. Мало. Я мыла. Точно? Точно. Ой, мне кажется, сейчас все мужики тебе завидуют. Да? Тебе нравится? А то. Ценитель мяса. Очень вкусная, кстати, вообще действительно. Кухня здесь очень вкусная, хорошая. Действительно, все это без лимита. Едите сколько хотите. Но, пожалуйста, не берите больше, чем вы можете съесть. Потому что в противном случае будут штрафы. Этот том-ямчик хаваем. Очень вкусно. Аван. Кушай, кушай. Никого не слушай, да? Вон, видите, тут каждый раз что-то подносят. Свеженькое. Заканчивается. Вон еще подносят, смотрите. Вон там еще блинчики поднесли в банане. Точнее, банан в блинчиках. Вот. Очень много всего. Народу, смотрите, как быстро понабежало, да? Вот. Да. Смотрите, какие ребра у мужиков. Прям, о. Прям классно. Вован, а ну дуй за ребрами. И сосисочку мне захвати. Там только одному дают. Пошли, да? Пошли вместе. Пошли вместе. Давай я одна схожу. А ты пока поголодай. Ну давай. О, ребят, смотрите, какая креветка. О, вместе с клешнями. Так мы ее отчленяем голову. Блин, а жесткая. Ты ее прокручивай. Да. Отвертываем голову. Да. Она, кстати, уже подрезана, то есть кишки все вытащены, видите? Да-да-да. Вот. О, какая креветка. Большая. Панцирь снимаем аккуратней. И оставляем только кости. Ниже. О, ребят, смотрите, о, какая креветка. Жирная, вкусная креветка. Очень вкусно. Огонь. Ребятки, а у нас еще и курочка. Курица карри получается. С картошечкой. Очень вкусная. Вон там за ребрами пошел. Где-то там. И сосисочку мне зацепит. Да-да-да. Вкуснота. Вот так вот. Ребятки, не забываем ставить лайки. Мы для вас стараемся. Ням-ням-ням-ням. Смотрите, а там уже очередь за мясом. Прям целая-целая очередь, офигеть. Вот так вот. Смотрите, как Вован набрал по-царски, блин, вообще. Вообще. Ну, Вован ты даешь. Вообще, Вован. Вован, ты прям вообще. И стейк себе, и ребра, и салатиком это все припорошил. Красота. Смотрите-ка, тут даже это, шашлык-то с ананасом, да? С ананасом, с луком. Это курица, да, я так понимаю? Она? С курицей. Да. А вот ребра, свиные ребра, они прям такие, прям сочные-сочные. Там можно взять сразу ребра.
ребрышко и лопаточку. Да? Или ребрышко и сосисочку. Ну, короче, там можно все взять, да? Но, ребята, там уже сейчас очередь, так что имейте в виду. Да, там уже трое стоят. Да, там уже очередь, да, потому что мясо готовится по мере, так сказать, приготовления вам его дают. Вот, так что имейте в виду. Ребра дольше готовится. Да? Да. Ну-ка, ну-ка. Ну, попробуй. Дай мне попробовать. А то ты мясо уже съела, а я не ела. Давай я попробую. У тебя кусочек. А я что хочу? Ровно столько, сколько сможете съесть, потому что в противном случае здесь есть штрафные санкции. Да-да-да. Вот, смотрите, наслаждается. Ну, у меня огурчики. Огурчики? Зеленью. Зеленью, да? Ох ты! Помидорочка, помидорочка. Маринованные. Маринованные. Ой, ну прям вообще. Да, мясо нужно есть с овощами. Вот так вот. Ладно, ребятки, если вам понравилось это место, если вам понравился наш сегодняшний день, то обязательно проставляйте нам лайки, оставляйте свои комментарии. Вот, и обязательно подписывайтесь на наш канал, мы вам покажем еще очень много всего интересного. А на сегодня у нас все. Всем спасибо, кто досмотрел до конца и написал свой комментарий. Всем спасибо, всем пока. Всем пока! Пока. Пока.